В данном ролике я хочу показать свой средний расход топлива и холодный пуск двигателя при температуре 4 градуса Цельсия. 17.21, сегодня 14 ноября. Значит, общий пробег порядка 100 тысяч километров. Не оригинальный, оригинальный 150-180. Это последний замер. Вот средний расход топлива 4,6 литра на 100 километров. Это при почти 500 километров я проехал в таком режиме. Вот, теперь холодный пуск двигателя. Периодически возникают проблемы с оборотами двигателя, они плавают, не стоят стабильно. Вот, в данный момент, вот. Пришло время, пробег моего авто общий. Потратил 23 литра топлива, 4,7 на 100 километров. Вот, бак сухой. Проехал 500 километров. Бак сухой, пустой. Сейчас будем тестировать мультиклинер. Вот этот. Высокоэффективная очистка топливной системы для дизельных двигателей. Сейчас подъезжаю на заправку, заливаю полный бак. Посмотрим на результат. Вот он, роковой час. Спаси Боже. Так, бак заправил до полного. Так, сбиваем все показатели. Абсолютно все, средний расход сбился. Все отлично. Посмотрим спустя полный бак. Холодный пуск с добавкой очистителя хада. Не знаю, не уверен. Но вроде немного лучше стало. Первое показание одометра среднего расхода топлива в городском цикле. 230 километров 20,8 литров, средний расход 4,5 литров на литра на 100 километров, запас хода на 554 километра. Однозначно хочу сказать, что двигатель стал работать немного корректнее, как по мне, и почувствовал разницу динамику, то есть добавилась мощность тяги на низких оборотах, особенно и плавности хода.